Слухами, как говорится, земля полнится. Именно так можно сказать об информации, которая в последние дни распространилась среди жителей Славянского района и многих взволновала. Через социальные сети, а также с помощью листовок, расклеенных на подъездах, якобы отдел по делам молодежи и полиция предупреждали славянцев о действиях некой террористической организации, члены которой путем взятия анализа крови на сахар заражают людей опасными вирусами. Сотрудники Славянского отдела МВД полностью опровергли данные факты. Информация, распространенная в сети интернет, а также в листовках, расклеенных в подъездах многоквартирных домов, является недостоверной. По данному факту сотрудниками отдела МВД по Славянскому району проводится проверка. Уважаемые граждане, будьте бдительны и по всем тревожащим вас вопросам обращайтесь в дежурную часть отдела МВД по Славянскому району по телефону 210-72.